правящей партии Азербайджана удалось сохранить большинство в Национальном законодательном собрании республики. Согласно промежуточным результатам парламентских выборов, объединение «Новый Азербайджан» президента Ильхама Алиева получает не менее 70 из 125 мест. Эти данные были обнародованы по итогам подсчета 90% голосов. Явка превысила 55,5%. По мнению наблюдателей, выборы были хорошо организованными и свободными. Жалоб в Центр избирком не поступало. Окончательные итоги будут подведены в течение 20 дней. Thank you.